Ну что, вчера был не совсем удачный день, всего лишь крестик и какая-то монетка и всякая хренька. Но это была разведка. Сегодня мы решили с другасиком по средневековью вдарить. Вон он у меня копает. Далеко убежал, а я тут около машины трусь. Хороших стрел и топорищ не попалось, все обломки. Ну, думаю, нахрен это средневековье, и тут бабац, кольцо. Оловянистая бронза. Ай, братство кольца. Вот такое буквально почти что чистенькое, я его только водичкой протер. Кто-то его во время битвы, возможно, с пальчиком потерял. Потому что вот в этом квадрате очень много стрел, топорищ ломаных. Видимо, летели они вот оттуда. И жертвы стояли или прятались вот здесь. Возможно, кто-то потерял не просто колечко, а часть своей конечности. Ладно, вот такой вот первый результат. И обломки стрел. Пока что больше ничего нет. Ну что, белый копатель, показывай, что у тебя там из средневековья. Раз-ножичек. Два-ножичек. И гнутенький три-ножичек. Да, мне только одни осколки попались и кольцо. Пойдет. Что это такое? Бог его знает, блин. Или накладочка, или подвесочка была. Да, похоже. Фу. Пойду теперь свой клад копать. Там на такой глубине, что... Нахрен бы твое средневековье, блин. Блин, ну не нравится мне это средневековье. Так глубоко приходится копать. И... остатки средневекового перстня. В отличном состоянии, кстати. Не, вот такая вот у нас рось. У меня копатель что-то там траву косит, видимо, своей газонокосилкой. А у меня кусочек браслета. Какой, говоришь, век примерно? Это уже не финно-угры. Толстый, зеленый. Это... боюсь даже предположить. Ну ладно. Эксперт молчит. Копатель что-то там копает. У меня накладочка с ремня. Бронзочка. О, красивая накладочка. Эх. Русь. Ну наконец-то я. Целая находочка. Лягушачья лапка. Какой, говоришь, век? Копать. 12-й, ёпта. Понятно? Привесочка. А с чего она была? На шее привеска была какая-то. Может, амулет. Круто. Вот это да. Лягушачья лапка. Интересно. Ненавижу ваше средневековье. Ни хрена не понятно, что выкопал. Так, душка от котелка, причем цветная. И, а, да, просматривается зелена. Просматривается. Ну, предмет, конечно, не очень понятный. Оставим будущим копателям. Наконец-то попалась более-менее целая стрела, точнее наконечник. О. Да, долго ты здесь лежала. Так, ну-ка показывай, что там. Бабская? Надо ее помыть. Так, попалась вот такая вот подвесочка.
симпатичная, маленькая и даже немножечко средневековая красавица. Какая-то ягодка, видимо, была. Накладочка, видимо, подвесик. Ну, застежка. Подо что-то. Что-то на нем висело. Крутит. Проволоку, говоришь, нашел? А у меня вот такая вот балясина с ремня. Почти целая. Кто-то потерял, наверное, расстроился. Хотя, если здесь фигачились, я думаю, он уже не будет расстраиваться. На Руси пошел дождик. И, наконец-то, целая стрела попалась. Вот такой вот зафигачили, наверное, кого-нибудь.